модели Sirius. Данное кресло получило широкое распространение среди мастеров именно педикюра, то есть оно уже непосредственно специализировано для процедур по педикюру, но как косметологическое кресло Pegas, в принципе, его можно разложить до горизонтального положения и использовать для процедур по косметологии. У данного кресла также очень широкий функционал, также регулируемые подлокотники от нижнего до верхнего положения, в том числе можно их также полностью убрать, как с левой, так и с правой стороны. Регулируемая спинка от полностью вертикального до полностью горизонтального положения. Очень легко регулируется, механическая регулировка. И также регулируемая нижняя часть. Но основное отличие от косметологического кресла в том, что оно, соответственно, разделено на две части уже для каждой ноги свое. Также здесь есть регулируемые подпяточники. Нижняя часть также регулируется от полностью вертикального до горизонтального положения и даже под обратным углом. Подпяточник также выдвигается на достаточно значительную длину и можно полностью его убрать. Материал обивки данного кресла точно такой же, как у косметологического, это эко-кожа. Также очень мягкий толстый слой поролона. На данный момент всегда в наличии и доступны под заказ. Модели более чем в 16 цветовых вариантах.